Добрый день, пришли вот такие два крепления, одинаковые, но разных цветов, черный и, по-моему, как не помню, как коричневый или грязь. Что приходили мне наподобие такое, тоже пользовался, вот такие вот черные приходили, они немножко другой формы, а смысл одинаковый. Очень удобные, можете посмотреть. По-моему, я снимал обзорчик. Вот надпись EDC. Здесь надписи никакой нету, но форма совсем другая. Ну, по пластику то же самое, наверное. Очень удобные пользоваться на рюкзаки, когда лямки торчат, которыми затягиваешь. Они немного длиннее обычно. Очень удобно свернул. И их так затянул, то есть они не болтаются, и там уже где застежка, очень удобно. Я на своем, которым сейчас пользуюсь, двумя там, сделал покороче вот этот паракорд, чтобы когда мне я плотно зажимаю не очень толстую вещь, мне вот такая вещь как бы не нужна, я так обрезал, завязал, что очень удобно. Здесь у нас тянется очень хорошо, вот получается, достаточно хорошо тянется и держится очень крепко. Если хорошо затянуть, то есть вот в этих пазах она держится, никуда она не высовывается, ни сюда, ни туда. Такой материал, он эластичный и, видно, не дает это ему. Так что ссылочки оставлю, не помню, ну или на эти, или на эти, в принципе. В магазине можно купить, в любом. На Алиэкспресс их много чего продается. Если набором брать, то там дешевле получается. Так что смотрите сами. Вещь отличная. Сколько я пользуюсь, у меня две штуки, я пользуюсь. Не сломались они на рюкзаке. Спасибо за просмотр. Вот вопросы задавайте, подписывайтесь. Пока-пока.